Добрый день всем. Спасибо, что пришли меня послушать. Значит, ну сегодня, я думаю, будут стихи в основном только о любви. Не зря меня зовут романтиком, менестрелем на всех просторах интернета. Я уже там где-то около 10 лет нахожусь на национальном сайте российской поэзии стихи.ру. И меня там очень многие знают. Вот. Сегодня прозвучат не только стихи в моем исполнении. Я, конечно, тоже попробую прочитать, хотя я не очень хороший декламатор, но и песни. Я вот сразу не думал об этом, а потом, когда посмотрел, оказывается, вот это последняя книжка, которая у меня вышла в этом году, не так давно. Уже десяток стихов положено на музыку и поют песни. Вот поэтому я хочу начать наш вечер именно, вот Ольга прочитала стихи «Скорая помощь», которые послужили названием этой книги. На эти стихи уже написана музыка, и автор Юрий Чуфаров сейчас для вас исполнит. Рисовала из красок, любила одни акварели, и сказочной феей мечты улетала в любую погоду на чаще отмели. Одет подвенечный наряд и созвездий, она танцевала, обнявшись с луною, роняла стихи из воздушных соцветий, и плыл аромат над уснувшей землёю. А он её ждал в переулках вселенной, открыв нараспашку и сердце, и душу, чтоб в грезах увидеть её на мгновение. Голос ее удивительный слушал. Прилетала, как скорая.